Всем привет! Всем привет! Сегодня мы хотим вам рассказать об игре «Суперфермер» от Граны. Нам ее подарили на 6 лет. В принципе, такая коробка, очень плотная коробка. Две бумажки. Не бумажки, а две... два плеера игры. Один на украинском, на русском. Вот такие вот... Очень плотные, с хорошего плотного картона животные. Тут у нас, кто у нас есть? Зайчик. Зайчик. Свинка. Корова. Овечка. И лошадка. И лошадка. Еще есть большая собачка. И маленькая собачка. Они защищают от волка и лисицы. Большая защищает от волка, маленькая защищает от лисицы. Больших две штук. А маленьких 4 штук. Да. Еще тут вот таблица о том, как можно менять животных. Вот если видите. Да, кстати, у нас, например, на коробке не совпадает эта таблица с таблицей, которая в правилах самих. То есть все как положено, то есть там животное меняется одинаково, а вот с собачками у нас небольшая проблема. То есть тут написано, что большая собака... Одна овца, большая собака от волка. А маленькая – это одна коровка. А в правилах получается наоборот. От волка – это коровка стоит, а от лисы – это овечка. Так, вот у нас все выпало. И вот такие есть кубики. Да, и игровые кубики, они 12. Давайте начнем играть. Да. На них нарисованы животные. Дай кубики. Вот, видите, разные животные. Есть волк и есть... Лиса. Лиса. Да, они в одном экземпляре, то есть волк и лиса, они одни. И суть игры в том, что несколько игроков сразу же получают по зайчику. И я кидаю белого. Кидаются кубики. И после того, как выпадают кубики, то есть у вас получается за каждую пару вы получаете одно животное. То есть, допустим, вот зайка, и вот у него еще один зайк. Он получает одного зайчика. А допустим, если у него уже там какое-то количество есть животных, вот так вот тут. Вот. И опять же выпали зайчики. Мы считаем по... Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И семь, восемь. И семь, восемь. И получает он тогда сколько зайчиков? Сколько? Да. Раз, два, три. 4. И получает это 4 зайчика. То есть, видите, как бы за каждую пару вместе с кубиками получает зайчиков. Если волк выпал, тогда волк... вы убиваете вот это еще. А если лиса выпала, тогда убиваете зайчиков. Волк, да, он утаскивает свинок, овечек и коровок. Лисичка утаскивает только зайчиков. Волк не трогает лошадку, она для него сильно большая. Если у вас есть, например, вот... такая и вот такая собачка, и у вас выпала лисичка и волк, то собачки прогоняют, ну и вам надо будет опять поменять. Суть игры в том, чтобы первым насобирать всех животных по одному, то есть одну лошадку, одну коровку, одну свинку и одну овечку и одного зайчика. И одного зайчика. Дальше можно либо остановиться, либо продолжать играть дальше. Две коровки можно поменять на одну лошадку. Да. Это играем всегда с папой, с мамой. Чтобы поменять, вам нужно перед своим ходом. Например, зайчиков 6 штучек вы меняете на одну овечку. Поменяли, менять, да? Можно. Да, поменяли. Менять можно как в... Это основное стадо называется, либо
другим игроком. А если свинка-свинка, можно поменять на одну корову. Да, а три коровки мы меняем на одну... Ой, а две коровки мы меняем на одну лошадку. То есть игра заканчивается, как вы договоритесь, либо когда закончатся все животные в стаде, либо когда вы насобираете, ну, как надо, то есть по одному животному любого, каждого вида. А если на овечку, можно поменять на маленькую собачку. Да, ну то есть все зависит от того, как вы договоритесь. Можно продолжать играть после того, как вы набрали животных, либо можно остановиться. Можно, то есть вы можете получить овечка-овечка, тогда у вас выпадет, вы можете получить одну овечку. Точно так же свинка-свинка, коровка и два кролика. Свинка-свинка, получаешь свинку. Да, нельзя получить коровку. Вот со стада, то есть коровки-коровки не бывает, и лошадка-лошадка, их надо менять. А здесь коровка бывает. Коровка есть, да, и лошадка есть. Но когда просто есть корова, можно брать. Да. То есть если у тебя есть, а из стада корову, коровы-корову у вас не может быть. Ну, то есть точно так же. Подожди. А если будет зайчи, ой, корова и лиса? И у вас есть собачка. То уходят, и вы ничего не получаете. А если, допустим... Когда зайчика убиваете, ничего не получаете. Да, а если у вас есть собачка, убираете собачку, и тогда тоже ничего не получаете. Она на ее гавкает, и лицо убирает. Да, базаров. Вот такая игра. Очень интересная, прикольная, веселая, семейная. Получают удовольствие как дети, так и взрослые. В принципе, достаточно интересно. Мне очень нравится эта игра, всегда играю. Пока-пока. Папе эта игра надоела. Он тоже играет. Пока-пока. Подписывайтесь на наш канал.